Всем привет, дорогие друзья, и сегодня у нас на обзоре будет новое обновление для игры Critical Ops. И сейчас наверняка многие игроки, кто играет сейчас в Critical Ops, скажут: «О, нифига себе, что, обнова вышла? Ну-ка, пойду быстрее обновлять». А заходят в Google Play, а там нет обновы. Да, ребята, обнова не то что старенькая, она вышла в 27 июля, ну, где-то в таких вот числах. И сейчас у нас, ребята, уже 14 августа, довольно-таки много времени уже прошло, и сейчас, спустя это время, я только снимаю обзор на эту типа обнову. Ну, как говорится, лучше поздно, чем никогда. Поэтому, ребята, перед вами скриншот, что сейчас в новой версии, знаю, что вы уже видели, там, ролики, сами играете, видели это все, но вдруг кто не видел, показываю. Теперь ждем обнову на Stand of 2. Да, потому что многие просили, я жду. И потом обязательно сыграем. Кто не в курсе, также, я думаю, что вы уже в курсе, это типа CSGO на Android. И также, ребята, Stand of 2 тоже как бы CSGO на Android. Поэтому вообще какой-то, знаете, война какая-то между этими играми. Critical Ops, Stand of 2. Не знаю, что лучше, поэтому пиши в комментариях, за что ты. Мне будет очень интересно. В настройках, ребят, у нас графика стоит ультра, абсолютно ультра, все просто включено, все максимум, поэтому вот так вот. Так, а что, я думал, мне друзья пришли, нет, это новости, я думал, друзья. Так, ну у меня нет ни денег, чтобы купить кейс и все в этом роде, поэтому, ребята, мы с вами сейчас будем играть на новой карте, которую добавили в эту игру, это Raid. Также, ребята, на превью именно эта карта. Так что, приступим. Вспомним молодость, так сказать. Контртеррорист выберем. Блин, здесь уже скоро матч закончится через 1 минуту 30 секунд. Но все равно, я думаю, пару боев мы с вами сыграем на этой чисто новой карте. Потому что я постоянно играл только на других. Так, отлично, красавчик боец. Красавчик. Не забываем, ребята, графика у нас ультра. Не забываем это, пожалуйста. Так, 1 минута 10 секунд. Отлично. Здесь, ну, реально какая-то мясорубка происходит. Так, 1 против 1, ребята. Посмотрите, реально сейчас напряженно все. И смотрите. Смотрите. Но все-таки я за своего контртеррориста, брата своего. Поэтому давайте посмотрим, что из этого получится. Игра будет лагать, возможно, это из-за того, что будет высокий у меня пинг. Потому что, ребята, у меня сейчас идет скачка одной игры, и что-то я тупанул, блин, надо было сперва скачать, а потом играть. А то наверняка многие скажут, что вот, типа, зависание, эти лаги от этой ультра-графики. Нет, ребята, на самом деле нет, это все высокий пинг. Ну что, мы начали с вами играть, давайте выберем АК-47, здесь у меня имеется вот такой вот фиолетовый скин, просто обычный фиолетовый скин, и все, ребята, больше у меня нету ничего. Ну, как бы так вот, ну-ка, мне не так уж и хорошо знаю эту карту, но что-то, ребята, вспоминаю, не-не-не-не. Так, это глупо было, да, выбегать и стрелять, так вот. Не торопимся, аккуратненько. Блин, нечаянно нажал, извиняюсь. Так, бомба заложена. Ё-моё, нифига себе, не быстренько уже все сделали. Ой-ой-ой, да блин. Я просто хотел взять другое оружие, АК-47. А зачем мне брать АК-47, когда у меня уже был АК-47? Это капец, как глупо, да? Но я даже не успел не повернуться, чтобы его убить, поэтому вот так все произошло. Ребята, 1000 извинений за такую вот глупость. Да, нуп. М4. Давайте с М-ки поиграем, ребята. Вдруг у нас что-то и получится. Мы проигрываем уже со счетом 4-0, потому что все-таки здесь АКВМ играет. Но Биара полнейший. Полностью буду с вами согласен, кто будет писать плохие комментарии, как я играю, абсолютно, ребята, так. Но вы тоже должны, ребята, понимать, что я давно уже в них не играл, и вот выходит обновление, только играю в них. Поэтому не стоит, по сути-то, писать плохие комментарии. Я-то не виноват, что я так играю. Вот что ты здесь стал, как крыса, а? Ненавижу крыс, поэтому буду уничтожать, как крыс, вас. Вообще оборзели нафиг. Так, бомба заложена, зато здесь они двигаются. Вы чё, пацаны? Бомба заложена. Вон туда надо идти. Ну, а вы куда пошли?
А я-то куда пошел? Чё за нафиг, а? Так. Ну чё, нас трое, их двое. Сейчас, ребята, каждая ихняя смерть важна для нас. Капец как. Но сейчас я пошел как бы за аду и попробуем их за аду причпокнуть. Аккуратненько. Чтобы они даже и не поняли этого. Эй, ты чё, дурак, что ли? Я чуть этот экран свой палец не продавил, так испугался. Вы, наверное, услышали, да? Ой, я сейчас тупанул. Чё я взял? Чё за оружие? Дайте мне вот это. Эй, поднимайся, ёпта. Чё, издеваешься, что ли? Или я тупой, или чё? Ну, ладненько. Я, походу. Так, вставай, надо бежать. Я не знаю, ребята, нормальная эта пушка или нет, но думаю, что полнейшее дно. Не знаю, ребята, почему так. Ну, давайте посмотрим, как она себя поведет сейчас, эта пушечка. Я по этому же маршруту иду. Ай-яй-яй, а тут уже нету. Я думаю, все они тоже в обходку пошли. Опаня. Убил. Ребят, а как этот оружие заменять? Я забыл. Угу. Ага. Ну да. Тоже, в принципе, не суть. Наш кто-то там написал, типа, вот эти, как его, нубы. Лол. Типа... Ну, по сути, вот вообще неправильно написал. Почему мы, они нубы? Все-таки они побеждают сейчас со счетом 5-1. Поэтому сейчас глупо как-то, знаете, писать плохое в сторону противников, когда они тебя побеждают. Это просто тупо глупо. Ты чисто мое мнение? Ну, а нафиг! Я не ожидал. Я, ребята, не ожидал, что так получится. Просто с удара его уничтожил. Опаня, хэдшот, мясо. Я не ждал от этого всего, если честно. Первого с дробаша залетел, второго с дробаша залетел, просто с неожиданки. И так что, ребята, сейчас поиграем с этим дробашом и обязательно возьмем другой, третий дробаш. Посмотрим, как он себя поведет. А я уже кого-то здесь заметил, Вон он. Вот, ну, ребята, преследуем его. Этого... О, есть нафиг! Мясо! Дробаш тема! Так, пистолет, так, дробовики. Берем вот этот, ребята, Супер 90. Этот, ребята, будет более мощнее, чем тот. Это чисто мое мнение. Взади. Ха. Ну а как тебя еще, педик? Только так вот, только взади. Аж меня просто разнесло, ребята, от этого всего, знаете, прям. Аж захотелось их так уничтожать. Ну чё? Вау! Все понятно. Я сдаюсь. Но все равно поиграли мы нормально в этой катке. И думаю, что пора прощаться. Ну, а также, пожалуйста, не забудьте поставить лайк, подписаться на канал, написать крутой комментарий, чтобы я поставил вам лайк. Ну, на этом все. Всем спасибо за просмотр. До скорой встречи. Пока.